23-летняя Анастасия Решетова после рождения сына Ратмира вернулась к тренировкам. Однако кардионагрузки и силовые упражнения нанесли вред здоровью молодой матери. Во время беременности возлюбленная рэпера Тимати отказалась от тренировок и очень скучала по спорту. После родов Анастасия стала постепенно возвращаться к занятиям, однако от нагрузок у звезды пропало молоко. Решетова нашла выход из ситуации. Брюнетка стала заниматься аэростретчингом, растяжкой в гамаках, которая включает в себя элементы воздушной гимнастики и йоги. Молодая мама сообщила, что получает колоссальное удовольствие от занятий, и молоко больше не пропадает. Анастасия продемонстрировала поклонникам свою растяжку и призналась, что от кардионагрузок ей пришлось отказаться. Диеты модель тоже отложила на потом, сейчас для Решетовой главное – здоровье ребенка. Какое счастье снова полноценно чувствовать свое тело после 13 месяцев перерыва в активности. На данный момент я не перегружаю себя физической нагрузкой. Не делаю кардио, чтобы молоко не пропало, недавно был уже неудачный опыт. А если силовые, то только с маленьким весом. Ну и, конечно, аэростретчинг. Никаких диет. Все это после того, как выполню свой мамский долг, написала брюнетка в Инстаграм. Решетова также поделилась умилительным кадром с Ратмиром. Молодая мама нежно держала крохотные пальчика сына, одетого в белый костюмчик. Недавно модель рассказала о сложных отношениях с мамой. Анастасия призналась, что в детстве ей не хватало любви и заботы родительницы. Ранее возлюбленная Тимати пожаловалась, что в Новый год ей придется мыть посуду. Брюнетка показала фигуру в платье с экстремальным декольте.